Аметхан Султан родился в 1920 году в Алупке. Аметхан Султан прошел Великую Отечественную войну от начала и до самого конца. Провел 603 боевых вылетов. В 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 в групповых воздушных боях. Дважды награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, 3 орденами Ленина, 5 красными знамени, а также орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, орденом Знак почета, удостоился 10 медалей Государственной премии второй степени, звание заслуженного летчика-испытателя СССР. Жизнь героя трагически оборвалась во время испытательного полета.